Всем привет, с вами Кононова Аня, Кононов Антон. И в этом видео мы с вами покажем новинки каталога номер 3, но не только новинки, потому что у меня нечаянно все вот так вот перемешалось, и я сейчас новинки от новинок очень сложно отличаю. Как вы видите, на Антоне сейчас базовая линейка, очень такая весьма симпатичная, классная, да, то есть вот и замочек, и ткань, и... Все есть, да, как бы капюшончик. Это у нас трикотажная толстовочка с длинным рукавом для мужчины. Цвет темно-серый меланж. Очень приятная. Сейчас я вам увеличу. Да, очень такая приятная. Как вы видите, тут идут карманчики. Все здорово, все классно. Никаких нареканий к продукту нету. Мне очень нравится. Да, замочек односторонний идет. Резиночки в конце изделия. И, Антон, карманчики руки вставь. Да, то есть, ну, вот такие вот карманы примерно, да, получаются. Вот, в целом сидит отлично, Антона стройнит. Я могу даже так сказать, что очень хорошо стройнит. Значит, артикул 521-785. Тут идет 60% хлопок и 40% полиэстер в составе, да, то есть не 100% хлопок. И мне кажется, она носиться будет даже лучше, чем хлопок натуральный, потому что будет меньше, может быть, растягиваться и все в таком... плане. Далее на Антоне трикотажные брюки для мужчины, вот такие вот они, да, то есть резиночки тоже имеются на конце изделия. Антон, ручки в кармашки переложив штаны. Вот, значит, артикул 521-803, цвет темно-серый меланж, размер 56, 60% хлопок, 40% полиэстер. Тоже суперские штанишки, тоже классные, тоже симпатичные. Никаких нареканий нет, пусть носит с удовольствием. Ну что, Антон, раздевайся. Сейчас на Антоне футболка Джереми, размер XXL, артикул 500-423. Вот, состав, я не могу увидеть, какой тут состав. Тут нет состава. Ну, тут, наверное, модал опять замешан, потому что Фаберлик не это... Флоранж модал не делает. И что самое классное, Антоха, дерни ее, что самое классное, что она прям, знаете, из носостойкие вот данные футболочки. Это точно не новинка, я вам могу сказать, но цвет мне очень нравится. Я заказала вот пару таких штучек. Ну, понятно, мы вам одинаковые примерять не будем, но футболка весьма достойная. Вот, наш размер там был, и я очень рада, что я ее урвала аж две штучки. Сейчас на Антоне получается трикотажная толстовка с длинным рукавом для мужчины. Артикул 521-776. Цвет темно-синий, размер 56, состав 100% хлопок. И также на Антоне трикотажные брюки для мужчины. Цвет темно-синий, размер 56, так, 100% хлопок. Артикул 521-794. Их я, по-моему, урвала очень дешево по распродаже. И, честно, вам сейчас подсказать не могу, новинка это или не новинка. Скорее всего, это не новинка, да, то есть вот такой вот цвет, какой он и есть на камере, отлично смотрится. Просто такая хорошая базовая, я бы так сказала, линеечка, да, то есть вот они штаны, вот он низ изделия, да, вот, пожалуйста, в увеличенном виде, все просто замечательно. Вот, значит, вот такая вот красота. Да, и также на Антоне идет. Она, кстати, с капюшоном, я не сказала, да. И рукава, эти карманы тоже не очень глубокие. Вот. А начес, кстати, есть, Антон? Да не особо. Ну-ка, нету вообще? Вообще нету, да? Отлично. Значит, сейчас на Антоне трикотажная фуфайка с коротким рукавом. Для мужчины цвет белый, размер 56, состав 100% хлопок, артикул 521-704. Это точно новинка, точно новинка. Ну что, освежает, суперская, классная, надеюсь, нам надолго хватит, будем носить с удовольствием. Так, сейчас на Антоне трикотажные брюки для мужчины. Цвет ярко-синий, размер 56, 100% хлопок. Это не новинка костюм. Артикул 199-479. И трикотажная толстовка для мужчины. Цвет ярко-синий, размер 56, 100% хлопок. Цвет отлично передается. Вот он такой и есть, насыщенный синий.
Так, артикул толстовки 199 465. Это я опять-таки ухватила на распродаже, поэтому вам сейчас показываю все вместе. Мне нравится этот костюм, и мы взяли уже такой второй костюм, поэтому, в принципе, все здорово. Капюшон есть, капюшон нормальный. Молния получается у нас вот такая вот, пластмассовая, карманчики такие вот глубокие, да, то есть, ну, такой хорошенький костюмчик, отгладить и ходить в нем, да, то есть, он, по-моему, должен идти с начесом, если я не ошибаюсь, внутри. Нет, без начеса, да, ага, все, отлично. Ну, и сейчас на Антоне. Трикотажная фуфайка с длинным рукавом для женщины. Артикул 521. Для кого? Для мужчины. Для женщины, сказала. Серьезно? Да. Ой, извиняюсь. Трикотажная фуфайка с длинным рукавом для мужчины. Артикул 521. Но это оговорка по Фрейду. 521, 713, цвет белый, размер 56, состав 100% хлопок. Антох, куда ты в ней будешь ходить? Просто ходить? Если честно, не знаю. Ты не в ней как санитар. Что-то мне как-то не нравится, если честно. Да нет, ходить можно. Нормально. Ну, мам, ну он как санитар. Да нормально. Постирается, подсядет. Ты думаешь? Конечно. Ну, ты будешь носить? Буду. Нормально, приятно. Ну, прям даже не знаю. Ну, ладно, в общем, хорошо. Носи с удовольствием. Так, 100% хлопок, артикул 521-713. Так, сейчас на Антоне трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Артикул 521-678, цвет белый, размер 58, состав 100% хлопок. Антон, как плотность? Вот я думаю, почему она мне чуть-чуть велика? Оу, ну нормально. Мне 56-й. Ну ничего страшного, да, вот, свободно. Да. А, это я хотела один размер попробовать, да. Хотела попробовать. Ну, хорошо, все, только вот рукав тебе надо поправить. Он, да. Вот. Отлично все, да? Да. Вот, ну и джинсы, которые нам малые, значит, на размер больше заказывайте своим мужьям, какие, каковы особенно, они есть. Если у кого-то большие, то вот они, видите, здесь даже сошлось то, что у меня икра, она идет большая, и здесь заужено слишком сильно. Да, Антон просто их еле надел. И это, конечно, 100% на возврат. Значит, джинсы, как, Антон, по качеству? По качеству хорошие. Хорошие. Но вот единственное, да? То, что да, слишком сильно заужены. Заужены. Или да? Слишком молодых, которые точненькие ходят. Нет. Нет, ну, Антон, это 56-й нет. Размер. Да, да. Как бы, по идее, да, это маломерка да. Называется. Да. Значит, это 54-й да. Размер. А тебе надо было заказать 58-й. Да. Если хочешь, я тебе перезакажу на 58, хорошо. Будешь эти джинсы носить. Посмотрим. Да? Ну смотри сам. Значит, потом мне скажешь. Значит, это брюки из джинсовой ткани для мужчины. Артикул 521-830. Цвет синий, размер 56, 93 хлопок, 7% полиэстер. Они вообще как тянутся? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да, еле заметно. Ну, ребят, он действительно их еле застегнул на талии, еле натянул на икры, на ляжках все в обтяжку, поэтому, как бы, это 100% возврат, как бы, получается. Ну, вот, единственный, наверное, возврат. Вот, так, в принципе, я думаю, все подойдет. Сейчас еще одни штаны будут, посмотрим. Так, сейчас на нас не новинка, но очень классная футболочка Florange Man, артикул 503-806, XXL размер. Ну, действительно достойная, и цвет очень приятный, и классная, и она, ткань очень качественная. Мне нравится, она удлиненная идет. То, что, угу. Что, да, вот так вот, если короткая, то висит, и пузико видно у некоторых. Здесь у некоторых. И у меня тоже бывает. Да, ну и брюки для мужчины. Цвет черный, размер 56, состав 100% хлопок. Так, увеличить, если будет ли заметно, да. То есть, ну, такие вот они, черные брючки. Да, то есть, такие полуприлегающего силуэта. В принципе, отличные брюки. Антох, покрутись, потому что ты увеличенный закрутился. Вот, артикул 190-964, да. То есть, низ изделия выполнен прямо. Антошка, встань.
Да, сейчас я тебя увеличивать буду. Низ изделия выполнен прямо, да, то есть обычные такие вот штаны, добротные такие, хорошие, хорошего качества. Вот, поэтому как бы... Ой-ой, увеличила тебя два раза. Поэтому как бы я считаю, что все удачно, кроме джинс. Джинсы маломерки, поэтому берите на размер больше своим мужьям. Какого бы они ни были размера, просто на один размер больше берите. Ну что, с вами была Кононова Аня за кадром. Кононов Антон. Вот. Моя свекровь Ираида Геннадьевна тут очень болела. Да, да. Жюри. Ну все, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем дальше снимать для вас обзоры продукции.